Послуху китаяхятся на квадзе салдзга пшаха аругоразе, а усураква армьёпгаразцаара царна и клойчте акам шуксацуан. Айпштепшу а усураква арака имьёпгани юнизики ижба шуксазе. Уяхас изныкам ква адзе хацхейд. Язгватату па алдзга акар яру ашхадзеску айшвеу. Арака иргуаз адзгарта арбгана ацухтон би адзхацраа надзеса кита мёхцна джайд. Ария мёлу пишнуку ашколхучку анукузгу акит автобусги. Ашартара аган апшаха аз Депутат Вианур Биби Хахер Ахцан, да не илала да хопшни бана, снапыза министр Александр Золотинскович Инкваб, и ханзе нейги добра баслаху проблема йо. Особрям зала гамтазы специалистша, бхаз берега защита хазышто, брам пиана усураква мяпыргот и шпот, Абхенаргулана, Адзиштра Дерпит, Алдзга, Арахевайр Прахагамхо, Хашметра Нарзинабшо, Напигана, Адзимья Пргит. Уже усура койцо, Акваура, Бредзе, Арахемайр Бипш. Вот три наркана, техника, Гирта Трактор Дуку Агана, Камазку Агана, Бриамья, Ягаз, школ, автобус Убраиес, вот, Бриамья Ацана. Лайер прохагам харпибш, абхадзинергулану бюзе усураком ябкахот. Адзгарта авгуларе ябшаха авгуларе хирзгу аусураква ахацырган мушква грабха. А техника ачида ахар хорала адзиштра анхатра яхир прохагам хо атыпах иергей. Километраки ибжаки инарзинабшуа адзгарта авгуларезе аусураква ибжук. Амшцгеква арпрохагам хар аусураква эйцазархоха акагигам. Выехали сюда с представителями УКСа, с представителями экологии, смотрели участок примерно промежуток несколько километров, а не 3-4 километров. Вот. На данном участке пробило воду и размыло дорогу, поэтому в данный момент проводятся работы по перекрытию участка, который пробила вода, и в дальнейшем будут восстанавливаться дамбы, и русло будет направляться, вода будет направляться в свое старое русло. Вот сегодня одна техника пока работает, это подготовительные работы. С завтрашнего дня начнут уже самосвалы отсыпать дорогу. Еще несколько единиц техники мы сюда завтра завезем, даже сегодня, часть сегодня. И начнутся, во-первых, восстановим движение по дороге, а дальше будем уже восстанавливать дамбы, где-то дамбы подправить, где-то по новой насыпать, где-то углубить русло, где-то исправить, провести регуляционные работы. Артамшко и Рулакдзена и Рубаски из Гуату Пацхуцва и Рубгаз Амью Айташоку Гулара. Алия Скорсая, Анатолий Маланья, Апсуа, Телехопшра.